За 2015 год в 12 детских садах заменили уличное освещение, в том числе и в саду номер 6 по улице Чапаева. До прошлого года на территории этого садика фактически не было освещения. И если в летнее время проблем не возникало, то в зимний период добраться до здания было затруднительно и небезопасно. Самое основное, конечно, это безопасность детей. Потому что, видите, вот этот наш микрорайон, он все-таки отдален от проезжей части. И освещение как бы на нашем саде, оно заканчивалось. Поэтому не только безопасность, но еще и сокращалось время прогулки, особенно в зимний период. Всего в Чебоксарах горсвету подключено более 50 садиков. Благодаря программе реконструкции все материальные затраты на уличное освещение дошкольного учреждения на себя берет организация. Все освещение подключалось к детскому саду. И ремонт освещения осуществлял детский сад. Соответственно, детский сад, он не специализированная организация, и качественно обслуживать уличное освещение он не мог. В этом году работа продолжится. В ближайших планах подключение еще трех детских садов.